Cotton Look – лучшие цены на отели. Ребятушки, я объявляю розыгрыш 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей нужны кому-то? Я думаю, что никому не помешают. В общем, нужно сделать всего лишь репост этого видео в группе Ready TV. Ссылка на репост в описании. Но, есть одно но. Определен срок, когда будет произведен розыгрыш. А розыгрыш будет произведен тогда, когда на канал Александра Трибунского подпишется 20 тысяч человек. Ребята, ссылка на канал Александра Трибунского в описании. Уже на него подписалось 3 тысячи человек, осталось 18 тысяч. Мои видео смотрят в среднем за 3 дня 100 тысяч человек. Я уж думаю, что сейчас 17 тысяч наберется. Поверьте в себя, вот вы можете из этого множества народа выиграть 10 тысяч рублей. Вам нужно нажать всего лишь 2 кнопки, перейти по ссылке и подписаться на его канал. И все, и сделать репост. 3 кнопки. Потом, как только наберется 20 тысяч подписчиков, я из этих репостов выберу одного счастливчика и переведу ему 10 тысяч рублей на счет. Все, ребятушки, мы смотрим выпуск. Утро начинается не с кофе. Всем привет, сегодня вторник. Окружили. Уэльс? Where are you from? Уэльс? Уэльс. Уэльс, Уэльс, Уэльс. Уэльс. Все из Уэльса, короче. Ньюпорт, Кардифф. Гикс. Yes? Yeah. Короче, они попросили меня, ну, хотят меня пофотать. Потому что, видите, их синяки впечатлили. Так что утро начинается. So this is where he's been doing some Muay Thai kickboxing. As you can see, he's taking a few little shots to the body. Ну короче, так меня фотают с утра, ребята с Уэльса. Понравились мои синяки. He's even been foot stomped. Много. Been a ush like that. Да, оно просто расползло вниз. Не знаю. Ладно, короче, я на пробежку, ребята. Хватит мне. Хватит. No photo. $5. $5. Сегодня что? Сегодня вторник. И осталось 3 дня тренировочек, ребята. По 3 тренировки в день. Ударные. Вчера 3 тренировки в день. Все, тренировался, все нормально, ничего не снимал. И что? И все. Сегодня же еще бой у Тайгера. Вот сегодня еще бой Тайгера заснимем. Может быть сегодня. А, не знаю, может сегодня не получится, блядь. Когда у Лени машина? Короче, посмотрим, сколько дней этот видеоблог будет. Короче, хотим съездить здесь в аэропорт Пхукета и здесь поснимать прям самолеты, так садятся. Ну все, ребяточки, пробежался, принял душ, сижу, ем, вот такая кафешка. Я здесь каждое утро тебе завтракаю. Беру кашу, сечку, как в армии, бананы и вот так вот медиком ее заливаешь. И офигенно, и протеиновый коктейль. Трубочку тоненькую дала. Так, что хочешь сказать, короче, по Михалычу. Михалыч нам запилил видос про эти про 100 тысяч, от которых он сначала отказался, типа, это они мне не нужны, доля не моя. Сейчас непонятно, он начал ими распоряжаться, говорит, это, отдавай их, отдаю их Вадику. Я говорю, ладно, хрен с ним, я отдаю их Вадику. Но, ребята, если вы посмотрите видео, не знаю, ссылку оставлю, не оставлю, где вот мы со Степой эти 100 тысяч, где мы долю Михалыча кладем в Сберфонд, то там четко ясно, что мы кладем их на 4 месяца. И через 4 месяца Михалыч вернулся, он их бы забрал, да? То ну, Михалыч сказал их отдать Вадику, то есть, соответственно, через 4 месяца забирает их Вадик, вот и все. А вытаскивать их раньше из Сберфонда, там, ебать мозг Юре Бажову, да, что там, Юра, отдай мне деньги, я детским садом этим заниматься не собираюсь. То есть 4 месяца пройдет, это март месяц, в марте Вадюша пойдет с ними эти деньги, ну, то есть я сниму их, вместе с Вадюшей съездим, снимем, все на видео покажем и Вадюше отдадим, Вадюша распорядится ими, как пожелает сам. А, по Георгу. У Георга что-то какой-то пост появился опять, короче, я вообще понять не могу, что там происходит. У Георга появился пост, что я больше никого не тренирую, типа что-то личку закрываю, всех ухожу из контакта. Я здесь в Таиланде, короче, ребята, я не знаю, что там происходит. В общем, меня это, если честно, уже достало, эти качели. Я принял решение, что в Москву мы едем. Я, Степа, Вадик и Вова. Наши пьющие дружные компании едем в Москву и просто как нормальные, блядь, мужики, просто как, блядь, как алкаши нахуй дадим пиздюлей Симонову, блядь, без всяких там этих единоборств, без всего, короче. Ну, то есть, ну, в смысле, на ринге, естественно, на ринге. Ну, естественно, я один выйду. А мои секунданты будут Вадюша, пьяные, всегда в угаре Вадюша, Вова и Степа. Вот и все, ребята. Вот мы поедем все в Москву на бой. Наша дружная компания. Так что с Георгом, короче, вопрос закрыт, ребята. Все, с Георгом вопрос закрыт. Георгу удачи, Георгу вылечиться и Георгу приехать в Таиланд и здесь, не знаю, заниматься чем он хочет, в ММА, в АК, в клубе, то есть, где он хочет заниматься. Георгу большое спасибо, Георг, что ты мне открыл этот мир единоборств, ты меня очень многому научил, я тебе очень благодарен. Ну, говорю, что я очень, ну, очень быстро принимаю решение, поэтому, как бы, давай оставим так, как оно, как все есть, говорю, все, что не делается, все к лучшему, вот и все. Я думаю, что ты кое-что тоже от меня научился.
И, ну, я тебя очень много научил. Спасибо тебе большое. Все, ребят, про Георга больше я ничего говорить не буду. Тема закрыта. Все, я ем, короче. У меня в 10 часов тренировка сейчас уже. Время. Через полтора часа тренировка, надо быстрее, чтобы это все переварилось. Показываю ребятам, guys, it's my training in Максвини. Show me, please. Короче, смотрите, вот синяк, блядь. Здесь синяки. Здесь, блядь. Здесь. Тренируйтесь у Максвини, ребята. Максвини is good. Это мой сегодняшний спарринг-партнер Дэн. Эй! Дэн from Australia. Дэн move in Голливуд. Дэн from Australia, brother. Sparring hard. И у нас тоже. Тоже синяк. Ему играют только злодеи в Голливуде с его внешностью. Что, сейчас пойду, короче, обедать, дальше отдыхать. И в 4 часа пойду к Уиллу, короче, на групповую тренировку. Паломничество подписчиков в отель Пхукет Muay Thai House продолжается. Ребята из Челябинска. Представьтесь. Ну, Евгений. Юлия. Челябинск. Чего вы там, кому хотели привет передать? Привет Антону Шубину, привет огромный. И привет Павлику Лобутину. Мы все довезли, все доставили. Да, подарки привезли. Как я говорил, что это не тяжелее магнитиков привозить, иначе отсюда не вывезешь. Спасибо, ребята. Спасибо, Антон, спасибо, Паша. Вам привет. Что ж, ребята, пришел я в Чукчай Muay Thai на вечернюю тренировку в 4 часа начала. Двухчасовой тренинг групповой. Разбило. Where is Jack? Sleeping. Sleeping? After Sunday? Yes. It's vodka? Yeah. Vodka kill him? Yeah, really? Jack, don't train for 3 days. Yeah? Yeah. That is TV. Number one. I was I number one. Robert. Люблю его. Ка, Рунчода, привет. Прикиньте, Джек, короче, уже третий день на тренировке не ходит. Офигеть. Короче, ребята, кстати, приезжали ребята из Челябинска. И тут же минут через 15. It's видео. It's видео. Да знаем мы, что ты алкаш. И, короче, приехал еще Кирилл, прикиньте, подписчик. Will, I'm kill Jack. You're gonna kill it with the drinking, I think. Yes. Yeah, he got sick. He's sick now. Whole days off. Yeah, I think maybe he got like the flu or a cold. Yeah, I think he's sick now. Cold flu. Yeah, the cold. Maybe he needs more vodka to warm him up. Слабак, короче. Слабак. Chicken. Короче, Jack слабак. Radzila, how are you? Good, brother. Good. Слышь, no vodka, it's good, yes? No vodka, strong. Yeah. Джек, короче, слабак. А, it's a new birthmark. Максвини рулис. From Максвини? Is? No, it's sparring partner. From Максвини? Ну, yes, MMA. Oh, yeah. Все, короче, охуевают над Максвини, если честно. Все говорят, нахуй ты туда ходишь, все залупаются. Да. Все-таки, ребят, я поснимаю тренировку, вот эту, чтобы показать вам, вот кто прибудет сюда приезжать. Вот. Чукчай это вот, ну, вот смотрите, вот Оля бежит, вот пацаны бегут. Но это кто не собирается профессионально биться, это вот чисто вот групповые тренировки вот проводят 2 часа утром, 2 часа вечером. Они реально помогают, это не для любителей. Уилл тоже тренируется, хоть он и не любитель. Вот сейчас у нас пробежка, вот все по залу бегают, тут все свои тренируются. Ну, в принципе, и Родила тренируется, хотя он к бою готовит. И Дилан привет, пришел тоже, кстати, тренироваться. Короче, все наши в сборе и тренера все наши. Чукчай, как Рунчоза. Так что говорю, что Чукчай нормально тренироваться. Вот, кто на среднем уровне, там, на любительском. Даже кто хочет биться в Таиланде, даже здесь может Чукчай тренироваться, вас подготовит. Если вы нормальный боец, то с вами контракт запишут, бесплатно будет тренироваться, бесплатно жить. Здесь разминки, все, то есть у них все по группам идет. Тоже наш чувак на Ванга бухал. То есть все здесь, ну, я почему здесь вторая тренировка пришелся. Ну, это чисто как ОПП. Чисто мне так, ну, жирок сыграть. Физуха. Е-е-е. ММА. Вот, ребят, все перемотались, намотали бинты, женщины, мужчины. Все, сейчас тренера говорят, как что, с кем работать, подсказывают. Тренеров вообще получается 1, 2, 3, 4, 5 тренеров на всю группу. Утром народу больше, кто-то ходит один раз в день, кто-то ходит по два раза в день. Вот такие тренировочки здесь групповые. Я первый раз, между прочим, на групповой тренировке.
До этого все это индивидуально работал. Ну вот, короче, сейчас разошлись по рингам, ребята. Здесь на пэтах работает Уилл. Там Диланы К тренируют. Здесь показывают эти клинч. Клинчи ребята тренируются. Я так и не понял, это то ли вообще пехота, то ли что. Но я так думаю, что да. Этот наш бангл-алкоголик тоже. Профессора какого-то. Профессора Лебединского тренирует. Он Дилан К. Вот, я в голову эти удары пропускал от Дилана. Так, вот такие групповые тренировочки. Приходите в Чукчай, приезжайте. Два раза в день. Реально скинете. Будете вот как я, стройняшки. Такие-то. Правда, мне надо еще килограмм 20 скинуть. Ну, скинем, что? За нами не заживеет. What is your name? Ом. Ом? Yeah. Короче, ребята, Ом. 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 Меня, короче, тренируют. Но меня поставили на груши. Да. Меня. Поставили на груши. Потом мне дают упражнение, там, по 10, по 20 серий. Ну, комбинации ударов. И там потом после них есть отжимания. Так, что мы делаем? One. Yeah. Давай, окей, go. Two. Three. Four. Eight in. Nine in. 20 out. One more. Three, three. Oh, no. Yeah, good job. Take good job. Родзилла, видеооператор. Вот так держи. Нет, no. Родди. Вот. Вот. Rodzilla, catch me on Friday night, Bangla Stadium, four-man tournament, America. Hey, what's up? Yeah, Thailand. Россия! Ну, короче, вот она работа в клинче, ребят. Шею вниз отрывают и коленями работают. Вот они друг друга давят вниз и коленями. Тихо. Стоп. Смотрите, я увидел, на Джейсона Стэтхэма стал похож. You, Джейсон Стэтхэм, now. Джейсон Стэтхэм now? Yeah. No. Yeah. Тони Блю? No. Джейсон Стэтхэм, вот. Джейсон Стэтхэм. Yeah? Дилан, yeah? The Transporter. Yeah. Ребята, время вечер уже, 8:30, 9 вечера доходит. Мы приехали на стадион. Новый стадион, тогда мы ездили, назывался он Бангла. Ой, или Патонг стадион, или Бангла стадион. Здесь, короче, Чилонг боксинг стадиум, он Чукчай. Я оделся в корпоративочке в Чукчаевском. Чукчай. Корпоратив стайл. How you doing? Чанг пиво, пожалуйста. Промоутеры стоят. Короче, за вход ставят печать и еще бутылку пива дают. Ну, нифига открывать. Я не буду пить. Что, ты сфотаться хочешь? А я тоже, I want тоже. Подожди. На рекламу на эту. Тайская реклама, ребята. В России не нашел пива себе спонсора. No? Yes. В России не нашел себе спонсора пива. It's you, for you. No. Yeah. Okay. Возьми. Короче, этот, в Таиланде нашел себе спонсора, блядь, Чанг. Чанг спонсор моего канала, ребята. У-ху! Кстати, сила воли, я не пью и не буду пить. Короче, вот такой стадион, вот заходим. За баннер заходишь, ринг, но меньше, конечно, чем Бангла стадион. Душновато. Понял, что еще не началось? Барри Мэн! No. Зайгер! На, чтобы не бояться! Во сколько? Six? Yeah. Little Chok Chai? He's drinking like crazy. Give the beer to him. Yeah? Little Chok Chai, he'll drink all of it. Yeah. Yeah. Ну, короче, девчонка. Wow. My video 1 million views.
Thank you, you boobs. Горбачев. Do you know Горбачев? UTFM. Yeah? Yeah, James McSweeney. Yeah. What did he do with his arms and shit? Короче, мы все пиво, ребята. Причем, что он за рулем. You car, авто. Он, короче, еще за рулем, еще все пиво собрал. О, окей. Подари он ему пиво, или ты будешь пиво. Да нет, вот. За рулем, чувак, на джипе. Маленький алкаш. Маленький тайский спортивный алкаш. Да. Thank you. Набрал все пиво. Best night. Good night, good drink. Здесь я тебе скажу, что здесь стадион-то так уходит, поуютнее. Стадион. Ребята, как выяснили, у Тайгера будет тайский, соперник Таец, короче. И Уилл сказал, что был один соперник, короче, но он что-то испугался, что-то, говорит, живот там замутило, короче, и Тайгеру заменили соперника. Обосрался, блядь. Change sparring, yes? Yeah, either the opponent got scared or sick the day of and they switch it with the tie. It happens all the time. People building up to the fight, they get a lot of nerves. More than likely, he got nervous day of and just didn't want to fight and just didn't show up. So, last minute replacement's going to be a tie. So, yeah, there we go. Mini chop chai. Yeah, so they changed it last minute. The rule over here. Triple fisted. Got it. Короче, я не знаю, что там Уилл наговорил, сами переводите. Что играет, ребята, гимн Таиланда. Стали. Детишки сейчас опять первые дерутся. Да я вам не буду все показывать, короче, я вам, наверное, я только Тайгера бой покажу и все. Смысл все показываю. Под трибунные помещения, они же раздевалка. Все снимаем, как Тайгер готовится. У него следующий бой. Сейчас там бой уже идет. А соперника не знаю. Он этими раковинами делятся люди. Тайгер! You number one. It's gonna be good, man. It's gonna be a good fight, man. Tiger, repeat. Who is fighting? We're not sure. I think it's one of these two in the blue shorts. What's the первый? Первый Тайгер. Ну вот он, что вот он, ребята. Your next fight. Next fight. What is the name? Papa Tan. Where Tim? Антон Яволад. Родни. Родненький ты мой, Родни. What's up? Tiger win? We hope so. Good luck, Tiger. Красивый какой. Митяй, по чесноку, наверное, все-таки он опиздюлится. Как ты считаешь? Я не знаю, блядь. Посмотрим. Не, но все равно, говорю, как бы, блядь, все равно удачно нам пожелать. Он молится, дай поставим с ним, молится. Тайгер выходит. It's the best moment in your life. Ну давай-то, Тайгерюшка, блядь, наебни его. Hey, remember to breathe and be relaxed. Все равно я за него болею, ребята. No Robocop, lead with the jab and keep your eyes on him, okay? Tiger.
сколько там? Ставки делаю. Че, сколько? Надо узнавать. Let's go! Yes? А? Так, что-то не делают, короче. Перерывы, наверное. Кто победил? Good job, brother! Ну хоть выстоял. Молодец, мать! Таиланд again, она орала. Все, Тайгеру пизда. Тайгер, you the best. My leg is so fucked up. Хороший. Излом у него ранцы. И ноги пизда. You did great, you hurt him with some hands, it was a close match. Ногу все отбил, блядь. Мама. Лукой, фаранг, сори. 13-й фаранг. Фаранг. Мам, and your son? Yeah. Yes, he did good. 13. He was good. Yeah. Even fight. Yeah. Так-то от него перегарчиком попахивает, ребят. Good fight. Мы больше ноги пиздаем. Промать будет неделю. Ну что, ребята, вот вам очередное доказательство того, что не играйте на букмекерских конторах, не играйте в азартные игры. Oh, my God.
Короче, ребята, я думал, что у них музыка, это фанера стоит на кассете, а это реально, смотрите, они реально играют. Офигеть, я думал, это кассета просто стоит. Ой, ладно, дальше. Эти все он кто-то тотализаторочки все вроде побои не останавливают, Вот так вот сила. Они как ты со мной? The first round I thought I was gonna go out. Will, are you fighting Thailand? No. Dylan? You. Oh, this not now. No, I need to start running. I need to train more. After no? I need to train. You know fighting Thailand? I'm hoping to one time before I go. I hope? Yeah. When? Hopefully January. You know what? Hope so. That tall guy was what about me? Yeah. Хотя он говорит, что это тот парень для него как раз ногами. Tall guy game. Но бразильский. Ладно, что, go home? Yankee, go home. Yankee, go home, says Randy. Ребятушки, всем доброе утро. Сегодня среда. Какое там? 2 декабря. У Михалыча сегодня день рождения. Михалыч, поздравляю тебя с днем рождения. Пришел, короче, в гости я Коле и Коби. И как? Макуба? Макуа. О, улыбится Макуа. Смайл Макуа. Короче, ребят, что меня заинтересовало, то, что Оля сказала, что Коби серфер. И потом дальше Коби пришел, мне подарил вот эту штуку. Говорит, типа, презент. Думаю, что он нахера мне подарил? Думаю, что он ими разбрасывается, как этот. Коби, привет. Ати, my man. How are you? Good morning. Короче, Коби 79-го года рождения, на год меня старше. Не знаю, Оля почему сказала ему 37, ему 36 получается, а не 30. А, 78-го? А я сейчас посмотрел в этой Википедии, 79-й написано. Old fan, Facebook, 79. Короче, короче, ребята, ну вот этот романтика, короче, серфер. Он, Оля, расскажи, то есть профессиональный серфер, да? So tell about a little bit about yourself, like a couple of words, and I'll just recite to the camera. Yeah. I grew up at home with, you know, like cheap housing, you know, like big in Russia, like what we call it, like big. I don't know, we don't really have, like we probably have. No money, we had no money, no nothing, my family had no money, they take drugs. Only thing I had was surfing. So the only way to get out of a bad situation was to become a surfer. And I became really good, made lots of money and made a good life for myself. Он рос в, это называется в Австралии housing commission, это где неблагополучные районы, где люди... Фавелы бразильские. Yeah. Где люди употребляют наркотики, где люди без денег, и он рос на пляже. Babe, can you just stop talking, mate? I just woke up, alright? Ну и решил заняться серфингом, короче. И серфинг спас его жизнь, да. Понятно. И начал серфить много, каждый день, и стал профессиональным серфером. Now I have like many sponsors, like Ruka. Сейчас. I had Oakley, Ruka. Сейчас много спонсоров Oakley, Ruka. GoPro. 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 Many other times. Они дают деньги или они дают только продукты свои? Are they giving you money or are they giving you like stuff? When I was
When I was 20 years old, I was making... Когда ему было 20, он делал... $300,000. 300 тысяч US долларов в год. Yeah, but then по австралийским меркам это нормально или нет? Is it alright, like for Australian? Like, is it enough for Australian? It's like, with really a lot of money. I had lots of houses. But I got in trouble for something, and I lost all the contracts with all the surfing, lost the houses, and then I started again. But now I got sponsored by a snowboarding company called Analog, and then I went for them for 5 years and went big waves, and then I broke my legs and stopped surfing, and now I'm here trying to try and get healthy and strong again. У него было, все, были дома, но он попал, была проблема, и он его, короче, все потерял. И потом он подписал контракт с компанией Analog, это американский сноубордический бренд. It's Analog, it's Burton, right? Вот это Analog? Yeah. Нет, это no? Рука. А, это рука? Yeah. Подписал, работал с ними 5 лет и много катался, а потом поломал оба колена. Как? How did you break both of your knee? First I did it surfing. I did it bad, like surfing. I got a big wave, maybe like 40-foot wave underwater, and my legs went that way. Он вообще серфер больших волн, и ехал на волне 40 футов, я не знаю, сколько это в метрах. And the legs pulled apart and like stretched, like it would pull the ligaments. And then I ran off a big, like 100-foot cliff and did backflip, landed, snapped. И ехал по волне, и потом, когда его внутри уже месило в самом, как, я не знаю, как понял, водовороте. This way, this way. Они в другую сторону вывернули. So this one here went this way up here. I touched, I remember I was underwater, and this. Помню, я был под водой, и вот это колено. I felt my leg. Не рассказывайте, не пугайте зрителей. I felt my leg here, but I felt that part. Я почувствовал вот эту часть колена здесь. Вау. То есть сейчас, получается, он серфингом не занимается? Еще? Он занимается серфингом, он катается, но вот сейчас мы тренируемся, пытаемся стать здоровее. Ну, потому, а... что малыша вон трудили. Ну а вообще, вот 37 лет это уже как ветеран уже заканчивает или там катается все равно у них? How old is Kelly Slater? Лучший чемпион мира по серфингу уже. Five world champion or six world champion? 12 лет чемпион мира уже Келли Слейтер, а ему 43 года. Или 42. Hello. Так, Коби, еще раз скажи фамилию. Абертон. Коби Абертон. А Коби что выиграл максимально? Чемпионат мира. What was your like the biggest? You world champion? Big wave world champion. Больших волн чемпион мира. You ride the biggest wave, maybe 60 feet. 60 футов волна. And then I won Tahiti. Tahiti is one of the biggest wave contests in the world. Контест на Таити, один из самых больших в мире, тоже выиграла. Second in South Africa. First in France, many. Очень много разных за всю жизнь у него было. South Africa, ну а вообще где вот Австралия, Америка, где вообще серфинг развит? Where is like surfing the most developed? Very famous in Australia. Very famous. Very famous. Что значит? Говорит, очень-очень известен в Австралии. Да? Yeah. Он один из самых. Не пиздит? Нет. Russell Crowe снял фильм про его семью. Про Коби? Документальный, да? Про бойс называется. Коби, как еще раз? Коби. Yeah. Коби Абертон. Коби Абертон, давайте я ссылку, оставлю, как правильно его имя пишется, вы его погуглите, посмотрите фотки его, видео. На Ютубе же есть видео с ним? Да. Канала нет на Ютубе? Нет. Фейсбук или что? Можете посмотреть. Может, Фейсбук у вас ставить или что? У него есть фан-страница в Фейсбуке, Коби Абертон, спортсмен или... Спортсмен или атлет. А ссылку, давай, ссылку мне дашь и оставим. Ну. И фильм документальный... Рассел Кроу? Рассел Кроу narrated. What is his name? Bra Boys? Or Bra Boy for just... Yeah, Bra Boys. Just Bra Boys. Да, просто Bra Boys. Короче, ребята, реально это... Чувак, ты знаменитый в Австралии. Я просто я благодарен судьбе, говорю, что вот меня сводят с такими людьми. Коби, I love you. I love you, respect. Brother. Thank you, respect, brother. Hey,
I look forward to coming to see Russia one day. Он, видите, у него все эти штучки эти, все серферские. What is the name? Robbie. Robbie. Австралиан. Yeah, Australian, yeah. From Lebanon, man. Ливан? Yeah. Лебанон, что это, Ливан? Лебанон, это Лебанон. Такой есть Лебанон? Да. Ну, я просто с чуваком тренируюсь, он тоже, я говорю, ты откуда? Он говорит, с Лебанона тоже. Короче, ребята, вот такие вот интересные истории. Интервью получилось длинное, но я думаю, интересное. Ребятушки, приехал Ленчик. Поехали мы, короче, смотреть, как садятся или взлетают самолеты, да, Лен? Сейчас поймем. Сейчас поймем. Сколько ехать? Нафига и больше, да? Пиздец, как далеко. Ну, не 2 часа? Не, час где-то. Час езды. Сейчас посмотрим, что там такой за пляж. Прямо говорит, пляж, да, и там садится, садятся самолеты? Пляж над ним, но садятся, взлетают самолеты. Сейчас позырим. Опасно. В общем, ребята, нашли мы этот пляж. Вот здесь у нас справа аэропорт. А, короче, как он называется? National Park, что там? Суринат National Park. Суринат National Park. Короче, если ехать с юга на север, ну, с юга в сторону аэропорта, то не доезжая до аэропорта, налево заворачивайте, ребята, там Суринат National Park, то поедет. И все, здесь до парка доезжайте, билет стоит 100 бат на человека, мы заплатили 200 бат, машину припарковали, и все, они говорят, вот идите пешочком направо на пляж, и там будут садиться, и будет там вам счастье. Посмотрю в комментариях, пишут, что чаще снимай пляжи. Ну что, уже снимал же пляжи, что их снимать-то? Вот пляж, понятно, что красотища это какая, лепота. Ай, больно. Ленчик, где самолеты? Базара нет. Ребята, судя по тому, что мы сейчас с Леней услышали звук разгоняющегося самолета в ту сторону, отсюда, от нас, в ту сторону. Значит, они с этой должны садиться. Думаешь? Да. Мне кажется, они в ту сторону взлетают и с той стороны садятся. Sorry, here airplanes. Yes. Today have? No? О, привет. Сегодня были самолеты? Сегодня были самолеты? Привет, Дмитрий. Стас. Были сегодня уже самолеты? Уже были. Может, будут еще. Вон, между вот этими. Вон там, да, прям? Прям так близко летят. Вон тоже русские пацаны. Тут, походу, одни русские. На самолеты приезжают посмотреть. Вы что, откуда? Отдыхать или здесь живете? Митяй? Я не знаю. А? Я не знаю. Знаешь? Я видел несколько роликов. Да? Ну что, ребятушки, хотим вас обрадовать. Время сейчас 13:35, а в 13:40, вот по расписанию я зашел на Яндекс, кстати. Расписание с Пхукета, с Самуи прилетает самолет, потом в 13:45 Сингапура и в 13:55 Бангкока. Так что сейчас поснимаем все. Охуенно будет. И пацанов он обрадовал хоть. Пацанами сфотались. Кому привет-то передать? Передавай. Кто смотрит из твоих друзей? Тимос, привет. Если это покажут, он будет самым счастливым, мне кажется. Тимос, привет! Мы на пляже, Тимос, ты там мерзнешь, блядь. У нас второй день зимы. Ребята, летит, блядь. Сука, побежали люди. Какой-то с пропеллерами. Ребята, самолет. Вот это прикол. Не, надо с турбинами дождаться. Ребята, насколько я понял, здесь самолеты приезжают встречать только одни русские. Иностранцам это нафиг не надо. Да? Ни одного пока не увидел тут. Вы откуда? Это из Казани? Из Красноярска. Короче, ребята, я хочу его с этого, снизу снять его, показать вам, как он садится. Прям под днище, чтобы. Днище, чтобы вы увидели. Вот сейчас вы смотрите не на днище, сейчас днище увидите. А может и на днище, кстати. Вот он, где. Сбоку посмотрите, как сбоку они садятся. Винтовой.
ушел.